Извини, пожалуйста, совсем забыл. Сейчас нарисую задачку твою. Итак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать проводников. Все сопротивлением R соединены как ребра куба. И между противоположными вершинами куба 1, 2 надо найти общее сопротивление. Будем рассуждать так. Если мы в точку 1, к точке 1 подведем какой-то ток и запустим сюда, то он у нас разветвится на 3 тока. Какой из этих токов будет больше? Очевидно, что в силу соображений симметрии токи у нас будут проходить совершенно идентичные пути для того, чтобы достигнуть точки 2. Поэтому все три тока будут одинаковые. И значит, падение напряжения на трех ребрах для того, в тот момент, когда ток дойдет до точек 3, 4, 5, эти падения напряжения будут одинаковы. Так как у нас потенциал в точке φ1 для всех трех проводников один и тот же, то значит и напряжение потенциалы в точке 3, 4, 5 будут одинаковы. Значит, их можно будет соединить между собой. И схема тогда у нас будет преобразовываться таким образом. Из точки 1 ток у нас разветвляется на 3 участка, на 3 сопротивления разбегается. И потом по выходе из этих трех сопротивлений, точки 3, 4, 5, 3, 4 и 5, оказывается с одним потенциалом, то есть их можно соединить друг с другом. Симметрично совершенно с противоположной стороны 1, 2, 3 сопротивления, сходящиеся в точке 2, на противоположном конце будут иметь совершенно одинаковый потенциал. Это у нас точки будут... Было 5 точек, а это будут точки 6, 7 и 8. Пройдя пути 6, 2, 7, 2 и 8, 2, падение напряжения тоже будет одинаково. То есть потенциалы в этих точках тоже будут одинаковы. Как же у нас соединены между собой точки из этой серии 6, 7, 8 и 3, 4, 5. Значит, точка 3 соединена с точками 6 и 7. Ну, поскольку они соединены между собой, значит, схему можно теперь так перерисовывать. Рисуем проводочек. Точка 3 соединена с точками 6, 7. Вот так, значит, 6, 7 соединены автоматически. Точка 4 соединена с точками 6, 8. 6, 8. 7 у нас будет подсоединена сюда за счет вот этого проводочка. Точка 7 соединена с 8, 6 соединена с 7 и 6 там сзади соединена с 8. Поэтому схема у нас получается вот такая. Или если мы здесь три сопротивления и три сопротивления заменим одним, сопротивление при параллельном соединении будет меньше, и меньше именно в три раза, поэтому здесь будет R на 3. И здесь тоже R на 3. И общее сопротивление у нас будет 2 третьих R. Между точками 1 и 2.